мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды хозяев. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Первый тайм начался. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. И у соперника теперь мяч. Камбар. Партнеры поддерживают эту атаку. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.